Организована компания «Ростелеком» в рамках партнерства с ККРЛ. «Ростелеком» обеспечивает телетрансляцию видеосигнала хоккейных матчей континентальной хоккейной лиги из ледовой арены «Трактор» и ледовой арены «Металлург». А также в Челябинске «Ростелеком» модернизировала освещение во дворце спорта «Юность» согласно самым современным требованиям континентальной хоккейной лиги. Главный трофей чемпионата ККРЛ разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона ККРЛ в сериях до 4 побед. Однако в число 16 сильнейших клубов не обязательно попадают 16 лучших по очкам команд. В плей-офф выходит.